Привет, с вами Ольга Крупенкова. Ты смотришь программу «Ваше шоу ТОП-5 белорусских клипов» на канале Европа Плюс ТВ Беларусь. Итак, друзья, сегодня в программе. Итоги прошлого выпуска ТОП-5, новые клипы и новости мирового шоу-бизнеса в цифрах. Пожалуй, пора пройтись по итогам прошлой недели нашего ТОП-5. Недавняя премьера клипа от Вероники Цубиковой «Потеряна я» на 5-й строчке ТОП-5. Четвертую на сей раз занял клип «Diamonds». Но в рядах лидеров изменения. «Чувство полета» вновь отвоевали первую позицию. Группа «Змея» с клипом «На маленькая песенка» на второй строчке. И на третьей строчке ТОП-5 на этой неделе Виталий Воронко с клипом «Движ Париж». Сходились мы по друзьям, гостям, по чужим гостям. Не устать дышать, дело мудрое, диво дивное, чудо чудное. Маленькая песенка в голове, маленькая песенка в голове, вот и все. Маленькая песенка в голове, маленькая песенка. Продолжит программу совсем свежая премьера от Ален Хит и Ольги Брайт «Не предавай». Клип вышел 24 июня. Даже на секунду не оставляй меня с моими мыслями. Они ядовитые, сожгут туда, посмотри назад. Но скоро нас отпустят, это безумная игра, где всего лишь шаг от счастья до грусти. Я уйду в себя, если не ты, то кто же я? Прошу, не отпускай. Звони, пиши рядом, но только не предавай. Не предавай меня, не предавай меня, иначе весь мир станет ненужным мне. Не предавай меня, не предавай меня, иначе весь мир станет ненужным мне. А сейчас музыкальные новости от белорусских артистов. Ирина Прима презентовала свой новый трек «Капелька дождя», а немногим раньше трек «Соль на губах». Катя Волкова готовит что-то новенькое. Нови Бенд выпустил клип «Галилео. Два человека». Ольга Сатюк и Дифлэг выпустили новый трек «Космос». Ну а трек Яны Редько «По моим плечам» стал доступен на всех цифровых площадках. Теперь о новостях мирового шоу-бизнеса в цифрах. Наибольшим количеством альбомов номер один в чате Billboard 200 на сегодняшний день являются The Beatles – 19, Jay-Z – 14, Брюс Спрингстин – 11, Барбара Стрейзен – также 11 и Элвис Пресли – 10 альбомов. Самым просматриваемым видеоклипом Меган Трейнер на YouTube с Eras Thank You стал Me Too, обойдя лид-сингл No. Гарт Брук стал единственным артистом в истории, у которого 7 бриллиантовых альбомов на территории США. Мадонна возглавила чарт США Billboard 200 с новым альбомом Madam X. За первую неделю было продано 95 тысяч копий пластинки, 90 тысяч без учета стриминга. Это 9-й альбом номер один королевы поп-музыки. Сборник хитов Майкла Джексона Number Ones проводит свою 400-ю неделю в официальном чарте Великобритании.
Это первый альбом, выпущенный в этом столетии, который достиг подобного показателя. Суперхит Carly Rae Jepsen «Call Me Maybe» возглавил чарт Billboard Hot 100. Песня провела на вершине 9 недель подряд и получила бриллиантовую сертификацию за 10 миллионов проданных копий. Завершает нашу программу сегодня Navi Band с премьерным клипом на трек «Галилео» «Два человека». Незаметно угасает нас, затихает унисон. Притворяемся не в первый раз, будто забываем обо всем. Но нам иногда все начинает с нуля. На сегодня у меня все. Смотрите и слушайте хорошую музыку, поддерживайте белорусских артистов. С вами была Ольга Крупенкова. Программа «Ваше шоу» ТОП-5 белорусских клипов. Всем пока и до встречи на следующей неделе на канале Европа Плюс ТВ Беларусь. Всем привет! Я продюсер Андрей Буяльский. А ты записался ко мне на продюсерские курсы? Или все еще мечтаешь на диване, как стать звездой? Продюсерский центр Андрея Буяльского объявляет набор на индивидуальные курсы «Сам себе продюсер». Продюсер в сфере кино, ТВ, шоу-бизнеса, музыкальной индустрии, клипмейкер, телеведущий. Плюс бонус – профессия концертный директор. По окончании курса выдается сертификат. Количество мест ограничено. Информация и запись по телефону. Плюс 375-29-624-9636. Добро пожаловать в команду профессионалов.